Приветствую зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня будем демонтировать старую теплицу 3х10, не знаю чего производства. И на это же место будем ставить нашу теплицу фермер, также 3х10. Это сейчас все будет удаляться. Уже начали раскручивать все сейчас. Это полностью все будет демонтировано. Вот наша стоит. Ее будем ставить. Все, начинаем, приступаем. Все, демонтировали теплицу. 3х10 старую. Там с доливом сложили. Сейчас будем ставить новую. Новый фермер 3х10. Монтаж теплицы фермер в полном разгаре, полностью собрали весь каркас, протянули, закрепили к основанию, обшили торцы. Все будем перекрывать, будет еще 4 формуги коньковые. Все, закончили мы монтаж теплицы. До этого демонтировали точно такую же, фундамент оставили, брус 100 на 100 лежит на бетоне, сохранился за 9 лет эксплуатации теплицы отлично. Но теплицу поменяли, значит, установили фермер 3М, 3 в ширину, 10 метров в длину. Значит, конструкция свалена с профильной оцинкованной трубы 20х20 в виде фермы арки и 20х40 частично в торцах дверные стойки, двери. Вот, значит, в теплице установлены 6 ниток системы подвязки. Четыре коньковые формуги ручного управления, укосины диагональные. Ну, вот так вот мощно получилось основание. Брус клиент оставил старый. Теплица покрашена примерно порошковым способом, цвет шоколад. Оба торца двери с форточкой. Вот, открывается отдельно, можно вместе. Поликарбонат на теплице 4 мм толщина 0,75 плотности. Вот такая красота. В торцах резиновый уплотнитель. Отлив над дверью. Все соты поликарбоната защищены торцевым профилем перфолентой. Все, такая классная штука. Всем пока.